Виктору Пришивалко 56 лет. У него двое детей, четверо внуков и первая золотая медаль на чемпионате мира. Первое место он взял в дисциплине метания диска. Соревнования по метаниям проходили на открытом стадионе, хотя ветеран был чемпионат зимний, все беговые прыжковые виды были в манеже. Ну так, и длинные метания в манеже не помещаются. То есть у нас были на стадионе. На этих соревнованиях чемпиону удалось улучшить свой прошлогодний результат. И полуторакилограммовый диск улетел на 42 метра. И как отметил сам спортсмен, этому результату поспособствовали тренировки с прославленным бодибилдером Александром Яшанькиным. На протяжении этих вот последних где-то 5-6 лет он всегда занимал второе место, третье место, второе место, третье место. И вот я сегодня пришел, и такая приятная новость. Я думаю, это он еще только начал вот серьезно заниматься, да? И он еще не раз выиграет и чемпионат Европы, и чемпионат мира. Это я буду уверен на 100%. Евгения Креминская, Валерий Мазин. Новости Димитровграда.